אנשים יקרים, שיר הזה אני למדתי לפני 70 שנה.
Большое спасибо! Я вышел из семьи музыкантов. Мой желание, мой кредо был, чтобы я создал коллектив из моей семьи. Слава Богу, я это создал. У нас нет другой профессии, только музыка. Это наша профессия. Это наша профессия, это наше призвание. Я во всех странах мира был. Для меня сцены большие, это не другие для меня, для них это не проблема. Сцены мы не боимся, сцена пусть боится нас.